Ошеломляющий трехтомник Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», захватывающий волкодав «Истовик камень» Марии Семеновой, заставший пережить шок книга под названием «Почти луна» Элли Сибалд, «Сумеречное волшебство» в 13-й сказке Дианы Сеттерфилд, философская книга «Там» Бориса Акунина под псевдонимом Анны Борисовой, предсмертное письмо от беззаветно влюбленной женщины в повести «Письмо незнакомки Цвейга», самая необычная книга в моей жизни под названием «Книга с местом для свиданий» Грана Петрович. Долгая интрига и самая неожиданная концовка в книге «Женщина из пятого округа» Дугласа Кеннеди. Посвящение мужчину своей мечты в странном путешествии мистера Долдри Марк Леви. Познай свою бескрайнюю родину с помощью карты России Александра Голубева. И, наконец, последняя в списке, но не последняя по значению, ошеломляющая и впечатляющая книга «Бог из шельма». Борис Акунин.